Кажется, что общество, независимо от чужой боли и приказа сверху, выздоравливает. И в этом процессе как раз убеждает главное начать с себя. Я лично начал, крутил лампочку в подъезде, заплатил налоги, улучшил демографическую ситуацию, обеспечил работу и нескольких человек. И что? И где результат? Сдается мне, что пока я занят малыми делами, тот решит свои огромные, и вектор приложения сил у нас совершенно разные. А между тем, все, что есть у нас, от земли, по которой ходим, до идеалов, в которые верим, результат не малых дел и осторожных шагов, а глобальных проектов, огромных совершений, самоотверженного подвижничества. Люди преображаются только тогда, когда с всего размаху вырываются в мир. Человек становится человеком в поиске, в подвиге, в труде, а не в мелочном самокопании, выворачивающем душу наизнанку. Куда лучше для начала изменить мир вокруг себя, потому что хочется, наконец, большой страны, больших забот о ней, больших результатов, большой земли и неба. Дайте карту с реальным масштабом, чтобы как минимум полглобуса был.